Завершился групповой этап Лиги Чемпионов сезона 19-20 года. Если мы посмотрим на итоговые таблицы, то особенных сюрпризов там не увидим. Предполагаемые фавориты смогли подтвердить свой статус. И таким образом, впервые в истории этого турнира в плей-офф сыграют клубы только из топ-5 чемпионатов Европы. Что в свою очередь говорит о том, что уже на стадии 1/8 финала нас ждут интересные противостояния буквально в каждой паре. Отмечаем тот факт, что дальше турнир продолжится без прошлогоднего полуфиналиста. Судьба Аякса решалась в последнем туре группового этапа матчем против Валенсии, где испанцы хоть и на один гол, но все же оказались сильнее. Так Лига Европы пополнилась еще одним топовым участником. Как уже говорилось и ранее, неожиданных команд, глядя на итоговые таблицы, вроде бы нет, но уже на стадии группового этапа случилось настоящее чудо. Дебютант Лиги Чемпионов Аталанта, проиграв три первых матча с общим счетом 2-11, в итоге все же смогла собраться и пройти в следующий раунд. Для тех, кто хоть немного следят за Серией А, это сюрпризом не стало. Ведь Аталанта под руководством сеньора Гасперини – самая забивающая команда итальянского первенства, показывает очень содержательную и красивую игру. Скорее неожиданные были результаты команды в начале этого турнира. Согласитесь, не так уж часто можно отметить команду, которая завершила выступление на последнем месте в группе. Но если в вашей группе Барселона, Интер и Боруссия, то она по праву называется группой смерти. И пражская Славия была абсолютно не чужим на этом празднике футбола. У нас почему-то принято недооценивать чешскую лигу, но между прочим, Славия смогла отобрать очки у Интер и на минуточку у Барселоны, причем сделав это на Ноу Камп. Хоть и ожидаемо, но очень жаль, что нам приходится прощаться с этой командой. Они играли смело, и нет сомнений, что окажись они в другой группе, то явно могли рассчитывать на большее. Также чехи показали, что даже четвертое место можно занять по-разному. Фавориты выглядят мощно, действующий обладатель Кубка Лиги Чемпионов Ливерпуль комфортно чувствует себя как на внутренней арене, так и на европейской. Барселона, Ювентус, Манчестер Сити и ПСЖ заняли первые места в своих группах, так же как и Бавария, которая стала первой немецкой командой, выигравшая все матчи в групповом этапе с разницей забитых и пропущенных мячей 24 против 5, из которых 10 мячей забил 31-летний поляк Роберт Левандовский, возглавивший гонку бомбардиров. В этом году команды не скупились на забитые мячи, и тем самым был обновлен рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов на групповой стадии. Команды в сумме забили 308 голов, что теперь является новым рекордом турнира. Предыдущий лучший результат был установлен в сезоне 2017-2018 года, где было забито 306 мячей. Но и это еще не все рекорды. В одном из матчей заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов Интер принимал Барселону. Игра проходила на стадионе Сан-Сиро и завершилась победой гостей со счетом 1-2. Один из голов за Барселону забил Ансумане Фати. Таким образом, игрок стал самым молодым автором гола в истории Лиги Чемпионов. На момент гола Фати было всего 17 лет и 40 дней. Прошлый розыгрыш Лиги Чемпионов был наполнен неожиданными и драматическими развязками. Что нас ждет на этот раз, узнаем уже через пару месяцев. Глядя на список участников, мы вправе рассчитывать и ожидать кучу ярких матчей. С вами был Live Sporting Tribune. Спасибо, что были с нами.